Сегодня у нас 24 июня 2015 года. Мы перед завтраком пили дрова детской православной области. Вот Игнатий Иванович, начальник лагеря, трудится, помогает, показывает пример подражания. Помогай, помогай, Андрей, ему поднимать-то. Че стоишь-то? Дали конец. Вот ребятишки трудятся. Вот еще одни у нас работяги. Вот огнилушки, они сырые, тем более. Легко пилятся. Ну, сейчас отвалится. Все. Это моя сторона. Ну ты там спели, что это как будто помираешь. Ну пойди, не ступись. Поедись там, где подать. Только пополам. Ну равно одного особо жить. Пошел. На полную дыму таскать. Ну, дело, еще не пили. Ну, далеко надо, ровно тащить. Ну, это опасно не будет. Держи за. Что-то все время лишнее какое-то. Когда ты лишний, ты жизнь окажется лишней. Так, пилы складывайте, положите, все. Алло? Все, остановка. Давай, уходим. Пилы поставьте на козликах. Если можете, кто как, бегите бегом в лагерь. А то заставлю опять работать. Бегом? Со всех ног. Вот так. Догоняй, Никита. Тимофей. Не забудь заднего возьми. Не отставай. Возьми его, чтобы он бежал. Все, армии нету. Идем завтракать. Сегодня такой утренний день. Это в том доме не сделали продушин. Хороший хозяин, хорошие хозяйки. Половину не сделали, и пол весь сгнил. Сгнил, провалился просто сам. Это огромный убыток. А всего ничего, одну дырку надо было пробить с той стороны. Ее нету. А душины нету. Воздух скапливается, гнилостные бактерии паразитируют. Ну и все, сгнило. Вот такой вот пол. Вот. Вот такой вот. Вот так он. И вот это место провалился, обломился. Притом это, которое у нас получилось, очень много и во многих местах. Так еще, так и любое озеро, где не протекает, это означает что? Означает, что там застой. Говори. Возьму, сколько лет и откуда она? Хорошо. Пускай выходит на телефон 62-81-37. Запиши. Что взять нужно, там скажут. Это старшая сестра общины. 62-81-37. Это адрес Барнаула. Все. И Татьяна Кузьминична. Она расскажет, встретится, что взять. И во вторник едут наши молочники. И с ними они подцепят ребенка. Да вот. Так узнай только, что ночью она не мочится под себя. С этим у нас совсем невозможно. Не бесноватое там и прочее, остальное мы берем на себя. У нас на пол, за полный месяц 6,5. Все, с Богом. Благодарю за звоночек. Михаил Гордеев ребенка нашел. А там уже было что упрекать, что дом подписал, не ремонтирует. Ничего не стал про это говорить. Он, наверное, смотрит.